Инфляция в Башкортостане в декабре прошлого года разогналась до 8,7% в годовом выражении, данные опубликовал Башстат. В среднем стоимость продуктов за год выросла на 10,5% и без учета алкоголя и вовсе больше на 11,5%. Больше всего подорожал картофель, цена выросла почти на 62%, сахар на 35%, овощи на 27,5%, яйца и подсолнечное масло на 25%. Стоимость минимального продуктового набора увеличилась на 20% и составила 4834 рубля. В то же время непродовольственные товары подорожали на 9,3%. Заметный рост отмечается на строительные материалы почти на 23%. Табачные изделия прибавили в цене 14%. Промышленные товары на 9%. Стоимость услуг за год увеличилась более чем на 5%. Отмечу, что инфляция в Башкортостане выросла больше, чем в целом по стране и Приволжскому федеральному округу, где показатель составил чуть более 8,5%.